Праздник молодежи традиционно начнется с массового забега в 10 часов утра, а позже уже откроются спортивные площадки. Пройдет турнир по стритболу, состязания по перетягиванию каната, соревнования по кроссфиту, игры в бадминтон. Так что в этом году организаторы праздника, а это представители молодежного актива Ленинского района, уделят особое внимание здоровому образу жизни. Они делают все, что им интересно, все, что им нравится. Они хотят показать свои увлечения, свои интересы, показать, что можно вести здоровый образ жизни и не чувствовать себя, точнее, наоборот, чувствовать себя абсолютно счастливыми, занимаясь спортом, питаясь правильно, ставя во главу угла семейные ценности. Основное действие развернется у «Искры». В 16:30 прямо на ступеньках у главного входа в кинотеатр будет представлен молодежный проект «Уличный театр». В это же время начнут свою работу игровые, конкурсные и интерактивные площадки. На них пройдут рыцарский турнир, выставка декоративно-прикладного творчества, мастер-классы, исторический квест. Впервые на Дне молодежи проведут конкурс молодых семей и даже организуют интерактивную регистрацию браков. Там люди будут приходить, молодой человек и девушка, допустим. Там будет встречать их регистратор брака. На девушку мы надеваем фату, юбку, даем ей букет. А юноше мы надеваем бабочку. Соответственно, потом регистратор говорит о том, что сегодня вы становитесь там парой. Им выдают кольца и свидетельство о регистрации брака. А в 7 часов вечера уже начнется праздничный концерт. Его организатор Александр Птицын уверен, что программа будет очень оригинальной и разнообразной. Своим выступлением молодежь порадует не только местные музыкальные коллективы, но и планируются музыканты из столицы. Московские творческие пока что еще под вопросом. Они смотрят по своему графику. Это Music Wave Core. Ну и местные коллективы, студии эстрадного вокала ВРЦКД, руководитель Вера Липская, и «Звездный вальс», тоже из РЦКД. И да, «Второе дыхание». Завершится День молодежи дискотекой и фейерверком, который запланирован на 23:00. Будет и еще один сюрприз, но организаторы держат пока его в тайне. Приходите на праздник 1 июля и сами все увидите. Ирина Бокова, Данил Свидерский, Елена Кошелева. «Видное ТВ».